Ну что, ребята, находимся мы в самом сердце города Припяти. Самое известное место здесь – Припятский парк аттракционов. Вы знаете, я это место называю кладбище детских мечт, потому что деткам так и не суждено было покататься на этих аттракционах. Открытие планировалось 1 мая 1986 года. Но, как мы все знаем, за 4 дня до этого случился взрыв на Чернобыльской атомной электростанции. Вы знаете, это место невозможно передать словами те ощущения, которые ты здесь испытываешь. Комок непроизвольно подходит к горлу. Это просто надо видеть. Прямо сейчас. Бронируйте тур. Компания GoToChernobyl покажет вам